Сьогодні ми поговоримо про малювання, про каву та психологію. І це цілком гармонійно поєднує художниця-арт-терапевтка Лариса Гаркавенко, яка сьогодні у нас в гостях. Доброго яка сьогодні ранку. Принесла до нас багато мистецтва та краси. І такий запах кави. Ми бачимо, що тут дуже багато кавових таких живописних творів. Чи розпочинається ваш ранок із кави? Ну, я обычный человек, да, и, конечно, мое утро начинается с чашки кофе или чашки чая, зарядка, рисование уже идет там позже. Чи розпочалося малювання саме завдяки тому, що у вас ранки розпочинаються з кави? Ні. Малювання я, получается, рисую где-то лет с 8, вот сколько я себя помню, так 6-8 лет. Мой дедушка был любителем-художником, он не был художником, но очень любил рисовать, и когда я попадала к нему в комнату, это был вообще какой-то такой чарівний світ, очень сказочный, там были и краски, и запах масляной краски, и холсты, и кисти, ну, в общем, это мне очень все нравилось, мне кажется, что вот с детства он смог мне передать вот эту вот атмосферу и любовь к творчеству и к рисованию. Якими були взагалі ваші перші роботи? Чи пам'ятаєте ви, що саме ви зображали з самого початку? Ну, я любила рисувати взагалі природу. Вот. Мене вдохновляє вот именно живописна красота нашої рідної України, нашого міста. Вот. Я стараюся це передавати. Вот. І перші роботи – це були якісь вот пейзажі і натюрморти. Вот, я так розумію, да. Що спочатку це була не кава. Нет, я работаю в разных техниках, и в технике масляной живописи очень люблю акварельные карандаши, вот они тут представлены, акварельные краски, по стеклу работаю. Это в цик, так? Да. Вот. Покажем глядачам нашим. Угу. Вот, а рисование вот, кофе пришло позже, ну, где-то вот уже лет 8 назад примерно, вот так 7-8 лет назад пришло рисование кофе. Я случайно увидела в интернете информацию, как американские художники открыли эту технику. Притом это была такая влюбленная пара творческая, которая сидела в кафе, пила кофе. Вот, и вы решили помалювати? Не было под рукой вот именно красок. И они решили порисовать именно кофе. И после этого вот, уже дошло это до нас, это в 90-х годах. А в годах 70-х это открыли именно вот в Америке. Ну давайте щось помалюємо, чи ні? Можна, да. Я сьогодні приготовила вам такой небольшой мастер-класс, вот покажу, да. Для рисования кофе это такая очень доступная техника, очень простая, по сравнению, допустим, с той же акварелью, там, масляной краской. Как я говорю, кофе всегда есть под рукой, да. Вот. Для рисования кофе вам необходимо будет, ну, хотя бы там два стика кофе растворимого черного. Вот, обычная кисть мягкая, обычная вода. Единственное, здесь вот нужна специальная акварельная бумага. То есть она достаточно плотная. Обычно альбомные листы не подойдет. Вот. Ну, конечно же, нужно ваше желание, вот, и идея, что вы будете рисовать. Да, настроение. Вот, вот есть у вас желание, есть идея, есть все материалы. Вы начинаете с того, что карандашом можете сделать вот легкий эскиз. Мы сегодня с вами сделаем вот такой вот. Таку вот роботу, таку вот. Ранкову. Да. То есть вы делаете очень легенько карандашиком, намечаете... Что это будет? Ну, да, ваш эскиз. Да? А потом, после того, как вы наметили, вы можете развести непосредственно само кофе. Да? Здесь нужно именно растворимое кофе, черный, без молока. Иначе не получится вот эти вот эффекты, темнее, светлее. Разводите просто водички? Вот. Да, обычной водой, при том это может быть как горячая вода, так и холодная. Если вы где-то в путешествии, вот, вам достаточно там где-то с под крана немножечко развестись кофе, и вы уже занимаетесь творчеством. В такому форматі, як просто ми собі готуємо каву, тільки ми не малюємо, чи да. Якась інша консистенція має бути? Іменно сама концентрація, от видите, здесь вот, небольшая. Ну, мабуть, так, що таке не будеш ти пити. Немножко. Да, і здесь є техніка безпеки, особливо, якщо ви рисуєте з дітьми. Діти очень люблять рисувати кофе, вот, но оно же имеет очень приятный запах, аромат, і їм хочеться це все попробувати, поэтому нужно для них запастись отдельным кофе, там, с молоком и конфетами, чтобы они это не выпили случайно. Вот. И после того, как вы развели,
этот раствор, да, да, вам необходимо именно, можно продемонстрировать, да, мы берем вот непосредственно саму кофе, вот, и начинаем, получается, вот, ну, вот такими вот плавающими движениями, как бы делаем такую небольшую обводку, потом добавляем водичку и делаем растяжку. Такую вот растяжку. То есть наша задача вот сделать такой вот плавный переход. Это довольно-таки простая техника, очень доступная, ничего сложного нет. Вот кто ее пробует, ну, любовь с первого взгляда. А як взагалі відрізняється процес малювання кавою і малювання там будь-якими іншими фарбами? Красками. Хто рисував іменно акварелью, гуашью, вот они используют воду, здесь то же самое, но здесь легче в чем? В том, что у вас один тон, да, один цвет, и единственное, вам необходимо сделать разбивку по тону, получается, вот от более светлого к более темному. Ну, вот в этом вот вся сложность и состоит. Вот. Ну, даже если у вас работа получится какая-то однотонная, вы всегда можете намешать кофе еще более концентрированного раствора и потом уже по сухому добавить какие-то детали там или фрагменты. Вот. Ну, мне очень нравится рисование кофе, потому что это очень доступная техника. Вот был период, когда подорожали очень сильно все материалы художественные, краски. Вот, а кофе – это всегда под рукой, всегда доступно. Достаточно купить специальную бумагу и заняться творчеством. А скільки буде сохнути? Ось ми намалювали. Скільки сохне наше? Як обычно, вот ви рисуєте краскою, там вот як обычно водичка испаряється, так оно і сохне, да. В принципі, дуже швидко. Да, дуже швидко. Щось потім, особенно на воздухе. Щось потім треба робити з цим? Чи все вже готово? Все готово, можна оформити. Это може бути открытка, допустим, да, какому-то там вашому близькому человеку или дітям. Это можна оформити в рамку со стеклом, можна просто картонну рамку взяти. То есть тут уже ваше, как ваша фантазія. Вот, и это очень такой доступный вид и творчества, и того же подарка, и украшения интерьера. Вот рисование кофе – это удивительная техника, на мой взгляд. Ну, а потом, чи не выгорает воно на солнце, например? Ну, якщо повісити я не замечала, на стіну, не замечала, чтобы немає. Выгорало. Да, если вы под стекло повесите, будет хорошо очень довольно-таки смотреться и служить вам долго, будет радовать глаз. А що саме ви зазвичай зображаєте на своїх картинах? Звідки ви берете ці моменти, які ви зображаєте? Ну, я люблю очень городські пейзажі. Вот, люблю наш город. У меня там была серия работ по нашему городу Любомиста. И вот, ну, одна вот из миниатюр из них. Вот, я так розумію, що це як звідси. Да, это була... демонструємо нашим глядачам. Серія робот. Ну, вообще вдохновение черпаю, ну, в том, вообще в окружающей жизни, потому что сама природа может нас вдохновить, да, какая-то встреча с человеком, и каждый человек – это уникальная личность, и его история может дать такой заряд позитива и такого вдохновения, что хватит не только картины написать и стихи еще многим. Судячи з вашого інстаграму, часто ваші малюнки такі казкові тематики. Розкажіть, звідки ці образи приходять? Чи вони вам сняться, наприклад? Ну, это, видимо, какие-то внутренние, наверное, может быть, переживания, какие-то открытия, потому что творчество – это как бы такой вот момент самопознания себя и развития. Вот, поэтому очень многие образы, это могут быть какие-то воспоминания, какие-то, может быть, мечты, вот, такого плана. Мы знаем також, что вы арт-терапевтка. Расскажите, как вы на нее стали и чему вы зацікавилися взагалі цією темою? Да, я вот, как я сказала, уже рисую с самого детства, а психологией я увлекалась уже, ну, давно достаточно, тоже, наверное, больше 10 лет назад. И вот полтора года назад я как бы соединила эти два направления, художественное и психологическое. Вот, закончила курс по арт-терапии. Это такой вот метод исцеления и помощи людям при помощи творчества непосредственно. Вот, мне очень нравится этот процесс. Вот, чи пов'язана арт-терапия и с малюванням кавою? Конечно, да. Напрямую. Здесь можно и рисовать кофе, да, и рисовать в какой-то другой технике. Это такой широкий спектр. Вот, и...
Якщо малювати кавою, мабуть, це також і якась ароматерапія. Батюрить. Це такий релакс. Релакс. Можна починати, як говорю, можна утро начать не просто з кофе, а рисування кофе буде як арт-кофейне утро, так скажемо так, у вас. А як саме взагалі це допомагає? От арт-терапія, в чому вона полягає? От якщо я малюю, які, я не знаю, ефекти, що я можу отримати від цього? Які результати? Ну от ко мені як-то обращалися люди, іменно помагаючих професій, там от волонтери, воспитателі, які втратили свою силу і свій ресурс, ну, допомагають другим, тому що всі ми люди, нам всім потрібна підтримка, підзарядка, скажімо так. Вот. І тут є удивительні техніки. И вот у меня познакомилась эта техника моя учитель, арт-терапевт Марина Приходько. Вот. А я уже добавила художественную часть, и мы это все соединили. Вот. И можно при помощи этих специальных техник найти вот этот вот недостающий ресурс или скрытый, о котором вы даже не знаете. То есть он где-то у вас в подсознании сидит. И потом этим просто пользоваться и наполняться. Вот. И здорово, когда люди могут получать такую поддержку и исцеление, от при помощі так творчества, скажімо так. На вашу думку, як часто треба малювати? Кожного дня, там, по декілька разів на день або, ну, за потреби? Ну, я вообще рисую практически каждый день. Вот, и иногда бывает тоже устаю, делаю передышку, набираюсь, как бы вот вдохновляюсь чем-то. Это все зависит, конечно же, от вашего желания, от вашего настроения. Ну, заставлять себя точно не надо. Это могу смело сказать, что по желанию, по-вашему. Тобто, якщо є настрій, є наснага, є якісь ідеї, які ви хочете втілити, є бажання втілити на папері, то ось тоді треба сідати. Да, можна мати просто з собою какой-то блокнот в сумці, карандашики, делать какие-то зарисовки, ескізи. Вот, и потом это можно, ну, создать интересную какую-то картину, интересную работу. Вот. А чи є якась спеціальна техніка для арт-терапії? Тобто, чи, можливо, там якимись окремими фарбами, лише там яскравими, або, можливо, лише якийсь там такий окремий формат, або, можливо, людині варто просто малювати все те, що вона уявляє собі саме зараз. От розкажіть трішки про це. Для арт-терапії не потрібні взагалі ніякі особливі навики. Тобто, ви не повинні бути художником. Здесь просто потрібно бути відкритим і іскренним, і хотіти, от, може бути, преодолеть какой-то или блок, или просто, может быть, раскрыть свой потенциал, потому что вот этот художественный потенциал, он есть в каждом. Если вы просто захотите и начнете это делать, вы это по себе ощутите и увидите перемены в себе и в окружающем мире, соответственно. Вот. Никаких специальных не нужно техники, материалов. Ну, спеціальних технік і матеріалів не потрібно, а чи потрібно вміти малювати? Ну, техніка состоїть якби з двох частей, да? Вот. І перша це психологічна техніка, при помощі красок іде. Абсолютно рисувати не нужно. А якщо ви вже хочете, допустим, эту ресурсну картину, яку ви зробили в ескізному варіанті, именно, ну, сделать художественной, вот как, например, вот это. Вот это вот одна из ресурсных картин. Вот. Зараз ми покажемо її глядачам та розкажемо більш детально, що це значить, ресурсна картина. Тогда вы можете, если вы хотите вот именно художественную сделать, из тех ресурсов, которые вы в себе открыли вот именно с арт-терапевтом, да, вы можете перейти ко второй художественной части и нарисовать именно картину. Вот буквально там за одно-два занятия при помощи художника, потому что есть как бы психолог и художник, они вот соединяют это все, и потом эта ресурсная картина может вас радовать. Вот здесь, допустим, вот альбом, фотоаппарат, вот ключи. Лаванда, да, ключи, то есть это вот то, что, ну, вдохновляло там одну из моих, так сказать, обратившихся девушек, клиенток. И мы это создали вот в такой вот ресурсной картине. Или можно заказать эту картину, допустим, у того же художника, если сам уже, ну, совершенно там ты не можешь или нет времени. Ну, выявляю твой ресурс, то есть вложив туда твое вот именно. Тобто люди тут зображають те, чим вони якось особисто пишаються, чи якісь свої побажання? Цілі. Да, такі от вкладаються туди от ці от ресурси і сила, яка давала вам настроєння, яка давала вам силу, да, от іменно таке преодоління, вдохновення, іменно туди це все вкладається. Коли ви смотрите, во-первых, ви коли рисуєте, ви це все проживаєте і знову наповняєтесь положительними емоціями. І коли ви це бачите, це, соответственно, точно так же на вас воздействует, і
Этот ресурс, он, ну, безконечный на самом деле у нас. От я іноді пишу собі списки тих речей, які мене якось в останній час порадували, або навпаки, що мене засмутило, і я намагаюся це якось виправити. А от можна також і намалювати це, тому майте на увазі, можете і кімнату прикрасити. Кава в тебе є вдома? Розпочинай малювати. Ну і останнє запитання. Чому ви, ось вже не перший рік займаєтеся малюванням, чому, що вас мотивує продовжувати займатися цією справою? Что вас надыхает? Чи... Ну, меня вдохновляет, конечно же, ну, сама жизнь. Люди вдохновляют, вот такие вот открытые, с большим сердцем. Вот. И рисование — это такой метод, как я уже сказала, познания себя и мира. И вдохновляет то, что это можно передать эти навыки другим людям, и они также смогут раскрыть какие-то таланты, способности, смогут улучшить свое качество жизни, поверить в себя где-то, исцелить свои какие-то, может быть, раны, травмы какие-то. Вот, это меня очень сильно вдохновляет, ну вот именно помимо рисования еще помощь людям. Те, щоб зробити їх щасливішими. Да, більш щасливими зробити, звісно. Дуже дякуємо вам за розмову, за цікавий майстер-клас, за те, що взагалі робите людей щасливими своєю творчістю. Дякую вам. Я нагадаю, що в нашій студії сьогодні була арт-терапевтка, художниця Лариса Гарькавенко, з якою ми говорили про мистецтво, про малювання кави та арт-терапію.